В преддверии новогодних праздников благотворительный фонд «Моя бабуля» по традиции собрал подарки для одиноких пожилых людей. В этом году акция фонда набрала неожиданную популярность. Благодаря большому числу просмотров в интернете к ней присоединились неравнодушные горожане, различные организации, детские сады и школы. Мы все изменились вот с этой ситуацией, с этим вирусом и... Люди устали, видимо, вот от негатива, который со всех сторон, от этого вот опасности заразиться. И они хотят дарить тепло и ласку тем, кому действительно это очень нужно. И я очень рада, что, несмотря на такую сложную ситуацию, какую есть, мы наконец-то все задумались. Оказать помощь пожилым людям решили и в управлении Карельского Росреестра. Сотрудники управления приобрели продукты первой необходимости и сладости к Новому году. Мы, конечно же, с удовольствием откликнулись на эту акцию и присоединились к ней. Я от коллектива управления и от руководства управления хотел бы поблагодарить благотворительный фонд «Моя бабуля». Хочу сказать им огромное человеческое спасибо, выразить свою признательность. Около сотни одиноких пожилых людей города Петрозаводска получат подарочные наборы и самое ценное – внимание и доброту.